привет, друзья! Меня зовут Романова Наталья, и я продолжаю вам рассказывать о красивых местах в Сочи, где можно сделать фотосессии. О других местах, о которых у нас уже сняты ролики, можно посмотреть внизу по ссылочкам. А сегодня мы расскажем о одном из самых популярных парков города. На заднем плане видно, наверное, уже название. Дендрарий. Пойдемте посмотрим и оценим, насколько это место, ну, подойдет для прогулки и насколько подойдет для проведения здесь фотосессии. Только вошли, и сразу у входа вот такая красота. Все в одном месте. И архитектура тебе, и львы, и цветущие кустарники. То есть вообще можно вот только в одном этом месте наснимать кучу различных классных кадров. Но сейчас, естественно, пойдем смотреть, что есть еще. Пришли к очень красивой лестнице, прям вообще красота. Пальмы с обеих сторон, ну, собственная лестница. На заднем плане какая-то архитектура. Хотела сказать пару слов по поводу съемки в парке. Вообще фотосессия в парке – это отличный вариант. Всегда здесь можно найти удачные места по свету, множество различных локаций, то есть фотографии получаются максимально разнообразные. Можно делать фотографии разные в плане позирования. В движении, сидя, стоя. Даже можно найти, где там полежать на газончике можно. И, соответственно, в результате такой съемки у вас будет много-много разных фотографий. Также в процессе можно переодеться. Ну, здесь как бы переодевалок каких-то официальных нет, но если вас не смущает вариант переодеться в кустиках, то здесь с этим проблем нет. Вообще, если честно, даже не знаю, что вам рассказать, потому что здесь можно снимать просто в любом месте. Вообще, вот куда ни повернись, куда ни посмотри, везде красота. Множество цветущих кустарников, множество пальм различных видов, и низенькие, и высокие, и огромные, очень много зелени. Рододендроны есть, да. Ну, в общем, прям красота обалденная. Надеюсь, что здесь так красиво круглые летний сезон, вот, потому что, ну, разные растения в разное время цветут. Пойдемте дальше смотреть. Вот нашли такой красивый мост, подвесной, шатается, страшновато. Но тут тоже можно пофотографироваться.
вот так же, вот, например, как Денис меня снимает с той стороны, можно вот здесь вот подальше чуть пройти, встать и поснимать, например, пару какую-нибудь романтическую или девочку. Нашли шикарный сад. Множество цветущих деревьев, наверное, яблони, вишни, черешня. Есть розовые, есть белые, очень красиво, очень такое нежное все. Пахнет. И сейчас апрель, я думаю, что еще где-то майские праздники, наверное, эти деревья будут цвести. А на другой стороне от меня располагается розарий. То есть он зацветет, соответственно, позже где-то летом. И тоже здесь будет также красиво. Так что я всем советую сюда прийти, погулять, посмотреть и сделать, конечно же, фотографии с вот этими красивыми нежными цветами. Смотрите, какое классное мы нашли местечко. Цветочки, это, наверное, сакура, такую вот арку делает из двух деревьев. Здесь вообще прям прикольно фотографироваться, мне кажется. Поставить сюда модель или парочку, и будет прям просто красота. Вообще очень много красивых деревьев, очень много цветов. Все показать не могу, но, поверьте, сюда стоит съездить, особенно весной. Оказалось, что в дендрарии есть две части – нижний и верхний дендрарий. Вот основная вся красота находится в верхнем дендрарии, это вот где мы были до этого. А сейчас мы попали в нижний дендрарий, и он находится через дорогу, вход с подземного перехода. Здесь тоже очень красиво, вот сзади меня такая аллейка прикольная. Ну, сейчас она не очень живописно выглядит, но летом, скорее всего, вот эти вот деревья, они оплетут вот эти вот арки, и будет, скорее всего, очень красивый туннель. Здесь таких очень много мест. Вот. Также по центру расположен розарий с множеством розовых кустов, которые пока еще не зацвели. Но думаю, что летом здесь тоже должно быть классно. Какая красота! Ну, просто вообще лепота. Весной особенно красивые эти парки, потому что все цветет. Я сижу в поле маленьких ромашек, очень красивых. В этом нижнем дендрарии очень много различных птиц. Утки, гуси, лебеди, пеликаны. Все гуляют, так забавно. Можно сюда сходить с детишками, я думаю, будет здорово. Вот. Ну, а теперь подведем итоги, насколько это место подходит именно для фотосессии. Ну, как для профессиональной, так и для любительской. В общем, место, конечно, отличное. То есть, если вы хотите фотографии среди южной природы, с зеленью, цветами, архитектурой, супер. Причем даже вот в верхнем дендрарии не нужно сильно далеко углубляться. Все самые красивые места находятся, в принципе, недалеко от входа. Плюс в том, то, что парк расположен в центре города, то есть добраться до него очень легко, на маршрутке, на троллейбусе, в общем, весь транспорт сюда ходит, можно дойти пешком от центра. Небольшой минус для тех, кто любит, ну, и хочет сделать фотосессию на пляже, как бы парк находится не на пляже, и рядом здесь нет пляжа, то есть это
ну, как бы небольшой минус. Если вы хотите сделать фотографии на берегу моря и в парке среди зелени, то я посоветую другие два места, которые есть в центре. Я оставлю ссылочки на ролики, ну, и статьи, информацию о них под этим видео. Вот. А сюда можно поехать и совместить прогулку, ну, осмотр этой, ну, этого чудесного парка и достопримечательности, и фотосессию. Вполне здесь хватит места и для двухчасовой фотосессии, и для часовой, и самостоятельно вы можете здесь отлично пофотографироваться. Так что обязательно посещайте это место. А, еще в моментик, вход платный, стоимость на сегодняшний день 250 рублей взрослый и, по-моему, да не помню сколько, 100 рублей, по-моему. В общем, я сфотографировала, я тоже внизу оставлю информацию. Но оно того стоит. То есть здесь очень приятно, можно практически целый день провести. Мы здесь потратили, наверное, часов 5, гуляя. Вот, прям очень я получила удовольствие. Так что обязательно приезжайте в Сочи и обязательно посещайте все те места, о которых мы вам рассказываем. Я думаю, вам понравится. Забыла сказать, для каких жанров фотосъемки подойдет это место. В общем, это место подойдет для любой фотосессии. Для семейной отлично. То есть много мест, где можно с детишками посидеть, поиграть, побегать. Для любой индивидуальной и для парной съемки, даже для свадебной фотосессии с видами на архитектуру будут отличные кадры. Одежда любая подойдет, выбирайте на свое усмотрение, здесь нету каких-то прям обязательных рекомендаций, то есть по цветам одежду, ну, лучше выбрать что-то яркое, жизнерадостное, что будет сочетаться с вот, яркой зеленью и цветами. Но в целом, в общем-то, здесь можно выбрать любой стиль и любую цветовую гамму. А еще в течение дня можно. Да. Да, удобно то, что входной билет действует в течение всего дня. Можно выйти, зайти, выйти, зайти. Поэтому, в принципе, вы можете и посниматься, и погулять. И удобно здесь, что фотографироваться можно в любое время, поскольку очень много тенистых мест и вот таких мест, где свет с разных сторон падает. В общем, в течение всего дня есть возможность проводить фотосессию, независимо от того, утро, вечер. Так что приезжайте сюда обязательно. Лучше с нами. Ha ha ha.